Новогодние корпоративы переориентированы в благотворительные акции. Процессы госзакупок теперь будут проходить централизованно. Сегодня в Акимате области под председательством главы региона Галии Искалиева прошло онлайн-совещание, где обсуждали эти и другие вопросы. В период зимних праздников должна быть обеспечена безопасность граждан, подчеркнул аким области на совещании первым делом. На сегодняшний день чрезвычайная обстановка в регионе осложняется пожарами с различными горючими и взрывоопасными веществами, синтетическим материалом и различной бытовой техникой, сообщили на встрече. Необходимо отметить, что пожарный контроль в жилом секторе не осуществляется. Безопасность достигается только при условии соблюдения рекомендаций и личной ответственности, говорит докладчик. С начала года на территории области зарегистрировано 605 чрезвычайных ситуаций, при которых погибло 8 человек, пострадало 47, и материальный ущерб составил более 138 миллионов тенге. В период новогодних праздников сотрудниками органов гражданской защиты совместно с полицейскими проводятся профилактические рейды по местам хранения и реализации пиротехнических изделий. На сегодня в отношении 3 физических лиц составлены административные протоколы. В районах тоже такая работа проводится, да, подворовые обходы, анализ, там, что на рынках продается. Так точно, полностью вот этой профилактической работой охвачена вся область. Держите на контроле. Важный вопрос у нас. Нужно до населения доводить необходимость соблюдения всех мер предосторожности. И подворовые обходы, наверное, надо увеличить. Следующим вопросом на повестке встречи были процедуры государственных закупок. С начала года проведен анализ работы администраторов бюджета и их подведомственных структур. Часто встречаются факты, когда они закупают одни и те же товары и услуги по разной цене. Бывают случаи, когда разница в цене в 5-7 раз, например, на канцтовары. Среди услуг это очистка территории школы, услуги медосмотра персонала, техническое обеспечение. Были случаи, когда разница в стоимости дезинфекционных работ в школах одинаковой мощности варьировалась от 19 до 94 тысяч тенге. Теперь по 4 управлениям, где есть подведомственные организации, госзакупки будут проводиться на областном уровне. Будет единый план государственных закупок по каждому направлению. И за счет этого мы должны вынести на конкурс, за счет того, что будет увеличена масса конкурсной закупки, это будет на основании конкурса производиться. Таким образом, мы должны избавиться от ненужных посредников и как минимум улучшить качество закупаемых товаров и услуг. Если будет возможность, конечно, сделать экономию бюджетных ресурсов. Самое главное – это в соответствии того, что мы покупаем, и того, что получает потребитель. Кроме того, речь шла о проведении культурных и спортивных мероприятий в праздничные дни. На встрече сообщили, что на сайте ticket07.kz ежедневно ведется информирование о мероприятиях в сфере образования, спорта, культуры и молодежных объединений. Также уделили внимание вопросам безопасности на улицах города в предстоящий период. Алмагуль Джампиисова, Айбек Сагангалиев, Айдус Кисимов, телеканал Акжаик.